Здорово, народ! Сегодня расскажу о апрельских ценах на продукты. Были мы на большом этом накупе, так назовем его месячным, да? Вот. Там снял отдельное видео. Ну, может, там как-то что-то упустил туда-сюда. А вот приготовил чек, резанный чек. Это ж у меня эти, как его, ну, из зоопарка под названием «Одноклассники». Там все почему-то утверждают, что это чек резанный. Что в нем резаного, я не знаю. Ну, он как простынь выходит. Я даже снял этот, как он выходит с кассового аппарата. Ну, и вот сумму показываю. Ну, она ж... Я ссылку оставлю на то видео, и здесь вот будет вот 9402 кроны вот для особо этих одаренных, которые там показывают, как рыбу чистят. Ну вот сейчас так вот пройдемся, что у нас там подорожало, что у нас подешевело, что у нас это. Кстати, где-то вчера радио слушал или позавчера. Сейчас самая дешевая солярка, там они сказали, с какого-то месяца, но я точно не помню. И на сегодня, и самый дорогой бензин за последних, вот бензин помню, за 2,5 месяца, вот сегодня бензин самый дорогой. Но вот мы сейчас будем проезжать две заправки, одна всегда дороже, одна всегда дешевле. Они же там как-то это из каких-то конкурентоспособных вещей это сейчас сделают. Сейчас заглянем в заправку, и тогда это... Посмотрим, что тут, к чему, как оно подорожало или подешевело. Тут на этой, на правой заправке было 37,40. Это 100% помню, солярка. Бензин не помню, а солярка 37,40. А там 34,90. Вот. Ну вот если я правильно тут сейчас вижу, 36,40 стало тут на крону дешевле. Если я правильно, ну, вижу отсюда. 30. Да, 36,40, а бензин 38,90. 95. А там было 34,70. 34,90 там было. 34,90, да, да. Да, ну так и осталось. Тут на крону подешевело. А там 34,90 осталось. Бензин 38,50 и 98 39,40. Вот, ясно. Теперь давайте к нашим баранам. Тут на этой заправке все осталось. Но мы через... я по сервисным делам поеду во вторник снова в мост. Вот там еще посмотрим на заправки. Поставим на запись камеру. Может, что-нибудь потрещим. И там тогда посмотрим бензин. Так, погнали. Что буду помнить, ну, что буду понимать, потому что... Тут такие записи, такие скратки, эти аббревиатуры, что не всегда все прочитаешь. Ну, что буду этот, как его знать, что буду понимать, так скажу. Так. Семена дыни, ну, семечки, короче. 200 грамм, 65 крон. Хотя уже чищенные там, я не знаю, зачем их покупает принцесса, ну, это, так. Слива сушеная, 100 грамм, 30 крон. Пиньевые орехи, это эти, кедровые. Я и не знал, что они так называются у нас. Кедровые, 50 грамм, 80 крон. Вот так. Этот, как его, томат-паста. Да, томат-паста, 70 грамм. 30 крон. Так, я так буду загибать, чтобы это, чтобы можно было. А, не успеем. Чтобы я потом знал, что читал, что не читал. Так. Чеснок. Ну вот тут что-то делик ок, не знаю, что такое. Чеснок. 21,90, но чеснок, а сколько килограмм, непонятно, написано, на разрез был.
Так, лавровый лист. 5 грамм, 17 крон. Так, перец черный. Не написано, сколько грамм. 20 крон один. Так, гречка 450 грамм, 70 крон. Но гречку тут не едят, я это она тут так. На ней бизнеса не делают, она у них тут не это. Так, для поддержки штанов. Птичий корм, короче, его называют тут местные. Птичий корм. Так, ребята, сейчас тут перекрестки такие серьезные. А на трассу, когда выйдем, объездную, ну, по туннелю там будет легче и проще, чтобы сильно не отвлекаться. Сейчас посмотрим. Так, что следующее? Так, сахар килограмм, 33 кроны. Соль йодированная, 17 крон килограмм. Дрожжи 7 грамм, 25 крон. Несквик, вот это вот, там печенье или что-то там такое, 625 грамм, 100 крон. Так, теперь переходим в раздел овощи и фрукты. Она вот тут это, как его, ну, по категориям потом, когда выбивает, оно суммирует их. И легче потом искать. Ну, классно, своего рода машинка работает. Касса. Так, вот мы сейчас поворачиваем в этот, ну, уже на более ровную, без светофорную трассу. Ехать нам еще минут, наверное, 25-30, если все хорошо будет. То это как раз и расскажу все. Что-то нос чешется, она в нос получу сегодня. Ой. Ну что, пустишь, дядька, по устишку, а ты денешься. Мы его поблагодарим. Это тут у нас обязательная процедура. Так, едем дальше. Яблоко Фуджи. Килограмм 30 крон. Купили мы 1,5 килограмма, 45, там 70 крон. Так, помидоры мини, 250 грамм. Ну, это упакованные они, да? 35 крон. А помидоры... Вот эти какие, маленькие, кежик у нас они называются, такие, ну, малюсенькие такие. Вот, 1 килограмм 70 крон. Кило 108, 77,45. Так, вот эти вот огурцы, которые были, когда землетрясение в Турции, там до 50 крон за штуку доходили. Сейчас, ну, они были в скидке. 15 крон один, а так 19, по-моему. Так. Были в скидке еще шампиньоны белые. Короче, килограмм 60 крон, килограмм 59-40 килограмм. 376 грамм, 22 кроны, 33. Ну, 22,33 кроны. Так, петржел, это этот, это петрушка. Там, по-моему, 200 грамм был петрушка или 100, вот не помню, 22 кроны, а потом был этот, как его, укроп был дороже, укроп был 40 крон, вот. Так, картошка, 30 крон килограмм, 3 килограмма мы купили, ну, их там несколько было. Потом, что, картошка какая-то поздняя, желтая. Но она в это, она была в этом, 2 килограмма 37 крон, ну вот кило там 18 крон с половиной. Потом что было, потом, ну опять, потом опять картошка, да? Ага, вот, так, этот, редиска, пучок 17 крон. Этот, лук желтый,
Да? А, нет, нет, это, нет, это не желтый, это деликатесная какая-то. Ну, она поштучно, что ли? Вот, или три штуки. Да, ну, поштучно получается. 11,90 одна штука, да. За три штуки заплатили 35,70. Так, капуста белая. Капуста белая. Килограмм 25 крон. Кило 482 грамма. 37 крон. Так, есть такое дело. Теперь. Свекла красная. 25 крон килограмм. 930 грамм. Вышел на 23,16. На 23,16. Салат. 40 крон один поштучно. Так, лук желтый. Килограмм 40 крон. Вот. 2 килограмма мы купили почти. А нет, 2... А, нет, килограмм 38 крон. Вру. 38. 2 килограмма 26 грамм. 76-79. Так, есть. Сейчас загнем. Или нет, еще. Давайте еще. Чеснок. Чеснок. 130 крон килограмм. Купили 120 грамм. 16 крон почти. Так, морковка. 30 крон килограмм. Купили 770 грамм. 25 крон. Бананы. Бананы были в скидке. 25 килограмм. Опа, вот это врезались красавцы. Охренеть, блин. Такое случается. Вот этот день у кого-то испортился. Пятница, блин. Как они прощелкали друг друга. Ну, случается такое. Так, ладно. Бананы. 800 килограмм, короче, 26 крон. 820 грамм за 21,24. Так, а тут пишут нам теперь сладости. Сладости. Сейчас посмотрим сладости. Ну, не все буду знать, потому что оно тут написано, Элишка, а что оно такое? Ну, догадываюсь, печенье. Это Элишка, это печенье. 220 грамм, 20 крон. Так, ну потом конфеты 400 грамм 60 крон, потом дальше конфеты 300 грамм 37 крон, еще какие-то конфеты 300 грамм, 30 крон. Какая-то что ли шоколад, который я не знаю, что... А, вот эти бонбоны она там выбирала, принцесса, какие-то шоколадные или какие-то, это гейша, 150 грамм, 65 крон. Так, дальше что? Так, тут что-то, ага, Kaufland карта у нас работала, 10 крон скидку нам дали, непонятно на что. Так, дальше пошла вот эта вот всякая байда, эти химические вот эти всякие там вещи на ванну, на кухню, там, может, еще какие-то там химия пошла. Так, ну, может, не все буду знать. Так, ага, ну, это было в скидке, две штуки по 900 грамм продавали, как за 1 миллилитров этот, ну, моющие для посуды, 170 крон. Так, 20 пакетов мусорных, да, 60-литровых, 65 крон один. Эти на носовые платочки бумажные, 27 крон. Так, вот это вот не знаю. Три штуки чего-то, тут два штуки, так, не знаю, что это такое.
Потом дальше тоже что-то за 10 крон, не знаю. Так, ага, вот санитол для этого, для чистки водного камня. Ух ты, ёханый бабай. Чуть-чуть вильнул. Так. Для вод, санитол для вот чистки водного камня 750 миллилитров 140 крон. Так, дальше не знаю что. Так, чипсы 60, белые чипсы какие-то 60 грамм 35 крон. Ну это белые чипсы, ну это же это не чипсы, это белые, это хер его знает, что это химия все, какие чипсы, блин. Фроли, так, не знаю, кахни косточки, 80 грамм, это может, а нет, ага, тут уже все, тут уже прошло, где-то я прозевал, тут уже прошло это эти, как его, это уже для пса, по-моему, да, да, тут что-то для пса пошло уже, ну, тут не разберусь, короче, что-то тут, ага, тут пошла, так, мода, мужские носки, малому купили 80 крон, а другие 110 крон, так, вот, хлебобулочные изделия, так, хлебобулочные изделия, так, сейчас, пойдем, что-то жарко в машине, хлебобулочные изделия, погнали. Хлеб 1200 грамм 45 крон. Какие-то черт его знает, квасинки, тостачек. Не знаю, что-то такое 37 крон, какой-то житный, какой-то хлеб или, не знаю, или тосты, не так. Теперь то, что мы купили в пульте, там, где ты выбираешь, и тебе взвешивают, режут, это называется тут отделение пульт. Так, сейчас посмотрим. Так, венские эти мини-сосисочки. Килограмм 330 крон. 980 грамм 322 кроны. Туристическая колбаса. 259 крон килограмм. 317 грамм 82 кроны. Пивная колбаса 249 крон, на 10 крон дешевле. Килограмм 380 грамм. Так, тут какая-то что-то куриное. Блин, не знаю, что куриное. Тоже, наверное, какая-то колбаса. 520... А, ну подождите. 220 крон килограмм, 219. 520 грамм купили за 113 крон. Так, гойда сыр. Гоуда, гайда, не знаю, какой это сыр. Так, 200 крон килограмм, 240 грамм за 50 крон, за 47. Потом тут такой же самый сыр, только какой-то он... А, нет, это все то же самое, только вес другой, да? Да, вот. Три пакетика разных взяли, он там, я так понимаю, нарезанный. Так... Курица с гриля 750 грамм 129 крон. Так, сейчас мы это пережмем, потому что уже сильно много. Так, ну почти, ну еще половину не прошли, но почти. Так, ребята, тут темно, блин, ведь черта не вижу. Подождем, сейчас этого туннеля выйдем и это будем смотреть дальше. Но еще хочу сказать, что вот эта вот, ну, большая затарка, да, или закупка, как вот месячная, там, чтобы машиной приехал, все, скупился, там, или в руках не носить. Вот, это же не говорит, что это все. Ну, а потом дальше там подкупаешь, может что-то закончится такое, то уже там в руках по пути едешь, там, или купишь, или это, на 5 минут, там. Ну, понятно, что хлеб не купишь на все время, что-то может... Какие-то овощи закончатся, может какой-то салат закончится. Все это еще в процессе докупается. Это в процессе докупается. Ну и там уже потом.
сумма, естественно, нарастает. Это просто большая месячная закупка, и к ней там уже добавляется еще все остальное. По необходимости, что надо. Не обязательно там именно вот сегодня купил 1 числа, и через месяц 1. Бывает раньше, бывает позже. В зависимости от того, чего, как и сколько. Происходит разных событий, да? Когда может не хочется, когда может быть голодный. Когда может быть праздник, что-то покупается больше. Ой. Так, выезжаем на свет Божий. А, о, караван едет. Скоро на таком поедем путешествовать. Ну, на чем-то подобном. Да, примерно вот такой же он маленький. Маленький мы взяли. Так, едем дальше. Сейчас я глаза привыкну к свету. Ой, как хорошо, уже выезжаешь, светло. Все это, уже выезжаешь, светло. Так, погнали. Так, курица гриль, да? 750 грамм, это я сказал, 129 крон. Ну, 130, 129, да? 90, 130. Так, дальше. Мясо, рыба, сама обслуга. Фарш. Микс фарш. Так, сейчас я еще поверну стоп, потому что эти два перекрестка таких дебильных, надо сразу быстренько проехать. И все. Так, микс. Микс фарш. Ну, граммы не пишут. 160 крон. Ну, там был один большой, а один, я помню, что маленький. А вот вес, один, по-моему, 1,5 килограмма. Вот это же, ну, не буду врать, не помню. Вот, не помню, не буду врать. Может, килограмм, а те по 500 грамм, не помню, ладно. Потом, ну, другой такой же самый, только этот, меньший пакетик он был, 100 крон. Так, свиная вырезка. А ну вот это вот сейчас интересно глянем. Свиная вырезка. 100 крон килограмм. Кило 237. Взяли, заплатили 123 кроны. Так, потом еще одна была вырезка. То есть еще то же самое. Ну, тут немножко вес отличается. Свиные ребра 180 крон. 912 грамм за 164 кроны. Так, сейчас еще подвинем. Так, вот еще тут два раза мы их брали, да? Так, ну, вторые тут было 780 грамм на 140 крон. Ну, это самое, оно уже развешено, вы просто сами берете, это вот такой самообслуженный пост. Так, какие-то куриные, ну, какие-то это... Тест. Бедра куриные, золотая курица почему-то называется, не знаю, почему так называется, но курица золотая, 160 крон, 450 грамм, 423 грамма там упаковки, 67-64. Так, ну было их два, да, потом куриные бедра еще были, вырезка с куриных бедер. 209 крон. Вот, это без кости, я так понимаю, да? Куриный фарш. 70 крон. Сколько не пишут упаковку? Ну, вот 70 крон. Так, куриные желудки. Желудок. Куриные желудки. Килограмм 94 кроны. Ну, 95. 266 грамм, 25 крон. Сейчас желудки перевернем. Так, куриное сердце. Куриное сердце. То же самое. 100 крон килограмм. 362 грамма. 36 крон. Так, сердце тут было их 2 или 3 даже. Так, что такое куриный шпалечек? Блин, черт его знает. Не знаю. Куриный шпалечек. 125 крон килограмм. Килограмм мы взяли, не знаю. Так, колено. Вот это, копченое колено. Вот.
свиное, да? 90 крон килограмм. 1 килограмм 172 грамма взяли за 105 крон. Так. Теперь с холодильника мороженые продукты. Погнали. Погнали. Так, мороженое. Эти, как их, крабовые палочки, 250 грамм, 35 крон. Пельмени, 400 грамм, в прошлый раз были в скидке, в этот раз нет, 65 крон. Так. Вот это не знаю, что такое. Так, сыр моцарелла, 250 грамм. 250 грамм, 55 крон. Вот. Так, сыры, яйца, молочные продукты. В этом раз молоко не брали, потому что было еще. Так, погнали. Какой-то сыр Моделланд, не знаю, это, ну, он, вот эти вот нарезанные, которые на эти... кусочками, или как он там нарезанный на эти платки, я не знаю, как по-русски платки перевести, блин. Ну, ладно, вы поняли, да, по 5 штук их там, или по 10, или по сколько, ну, 100, по 100 грамм, да. Вот, 28,90, потом эмментайлер какой-то, 150 грамм, 50 крон, рама 400 грамм, 100 крон. Потом еще моцарелла какая-то, ну, это какая-то дешевая, 125 грамм, по 24 кроны, вот. А, Голландия йогурт килограммовый, 40 крон. Так, этот, ацидофильное молоко, ну, это типа что-то кефира, блин, 950 грамм, 37 крон. Так, яйца, десяток, ну, подешевели. Десяток, 35 крон. Получается, 115 крон, да, 3 десятка. Ну, подешевели, потому что были аж 170. Вот. Так. Так. Копченая слонина, 100 грамм, 23 кроны. Свиные маленькие какие-то сосисочки, марлины. Сколько чего не написано, просто 90 крон. Так, потом вот этот вот колбаса в плесени. Ну, классная она, вкусная такая. Фуэт экстра называется. 53 кроны. Ну, она там 250 грамм, по-моему. Так. И алкоголите этот. Ну, тут уже пошли напитки, да? Что-то тут... А, ну это энергетяк тут какой-то, 27,60. Так, рыбы, деликатесы. Тут непонятно, что кацу, ну это со свиного мяса, чтобы 95 крон, 400 грамм. Что оно такое? Без понятия. А, ну тут потом пошло, что там тут еще с химией какой-то тут... Шампунь 380 миллиграмм, 129 крон. Черт, я знаю, что такое. Галантерея какая-то, 70 крон. А последняя, что? А, ну это тут уже я бутылки сдавал. 14 крон пива и это пиво. Так. Ну вот и вышло у нас в итоге 9492 кроны и 0,1 галеш. Вот еще раз покажу сумму. Вот, пожалуйста. Чек, ну, видно всем, да, сумму, вот. Вы же понимаете, что камера 360 градусов, и можно ее вертеть, как захотите. Поэтому вот вертите, куда хотите, вот чек целый, нерезанный, не склеенный. Ну, я не знаю, что они этим имели в виду, когда об этом говорили, но вот. Так. Вот такие цены в апреле на продукты. Ну, можно попасть... на скидки, можно попасть на это,
не на скидки, там, как, ну, говорю, вот пельмени были. Кстати, вот тут вот тоже одна из таких дешевых заправок. Сейчас глянем, сколько здесь. А, не, дизель 34,70, да, как и там. Там 34,90, а тут 34,70. На 20 галежев меньше. Вот, так можно попасть, когда на скидки. Вот тогда был, тут сейчас 64, там, 40 или 90, я не помню, сколько пельменей, 64, ну, 65. А там были 50, да, 49 мы, по-моему, покупали, или 46, что-то такое. Ну, 50 пусть будет. Вот, на 15 крон дешевле. Ну, вот 10 пачек купишь, 150 крон. Ну, все как всегда. Вот, где-то проиграешь, где-то выиграешь. Вот, тоже курица, вот, гриль была. Ну, оно понятно, запах стоит, все это, а так, ну, курица как курица, ну, гриль, ну, посыпана там этими какими-то приправками, ну, или приправами, чем это. Сели, блин, вот мы вчетвером сели вечером, ее, бум, ну, не вечером, приехали мы там, не знаю, во сколько, в час, ну, да не, мы пораньше, в 12, наверное, приехали. А тут можно на чеке посмотреть, во сколько, правда, мы закончили это. Так это, приехали и пообедали, вот, и... Курицы не стало вчетвером. Там чуть-чуть остался какой-то кусочек. Ну, для интереса, во сколько мы это вступились, закончили. Если тут будет. Ну, должно быть на чеке выбито время. Только тут пока найдешь, где оно сверху или снизу. Нет, снизу. В 10.51. Вот, ну вот. В 10.50, в 11 мы закончили. Я помню, что пообедали. Ну, значит, там в час или в два мы сели обедать. И вот. Вот 130 крон мы и это, ну это ж не только курицу, там еще что-то было. А к этой курице. Вот мы вчетвером ее приговорили. Так что вот такие вот цены. И это, ну курс у нас что-то около там 24-25 евро, 22 там 21, ну он колеблется плюс-минус доллар. Поэтому там вот так вот примерно на 24, на 22-25 делить, и кто хочет евро, кто хочет это. А рубль не знаю, наверное, ну был 2,5, может 3 сейчас, он же тоже колеблется, плавает. Ой, был вообще 3,5. Ну даже вот если взять 3, ой, потягушечки, то если взять 3, ну вот на 30 тысяч я скупился, грубо говоря. И это еще не все. Но имейте в виду, что зарплаты-то немножко другие. Вот. Ну, естественно, цены другие, зарплаты другие. Я ж... это надо понимать, а не так орать, что, блин, вот у вас там это... Мясо столько, столько, столько. Так тут и зарплата ж другая. Вы ж делайте скидку на это, а то орете, блин, цены у вас такие. И жизнь-то другая, блин, не такая, как у вас. Так что, ребята, хорошие... Девиз-то у нас какой, да, один и тот же. Хорошие люди должны пользоваться хорошим инструментом, получать хорошую зарплату, жить в хорошей стране. Играться хорошими игрушками, ну и кушать хорошие продукты. Качественные там или как. Ну или не отказывать себе там в чем-то, иногда себя побаловать. Не просто кушать цибулю с картошкой, потому что не самая дешевая. Ну а сейчас уже сезон начинается, сейчас будет все дешеветь. Я имею в виду там из овощей, сейчас оно все привозное. Из южных теплых стран. Ну, а сейчас уже пойдет свое. Значит, где-то что-то подешевеет. Ну, а что-то подорожает. Так что, ребята, всем спасибо за ваше время. Всего доброго и до скорых встреч.